Друзья, рад всех приветствовать. 8-й выпуск Параблога. И как вы думаете, с чем мы сегодня будем летать, точнее, с кем? Небо DPUA. Подаруй собі небо. Сегодня летаем с воздушными шарами. Обещали 2 шара, но я уже вижу 3 корзины, и я надеюсь, что будет больше. 3 корзины и 2 шара — это всегда весело. Ну что, ЗБС, огонь, полетали, порадовали народ. Фух, прямой эфир не запустился в Инстаграме, интернет там хреновый какой-то. Пытался, но, увы, еще местных жителей порадовали, коров местных попугали, птичек, почти бёрдстрайк получился, но птицы увильнули, так сказать. В очередной раз полетали с шариками, это было офигенно. Почесались ушами парапланов друг об дружку. На двух москита одинаково можно нормально друг к другу подойти. Одинаковая загрузка, одинаковая скорость, одинаковые моторы. Ну, разочек. Огонь! Дали буде. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, колокольчик. Вы знаете, что делать, пишите комментарии, скидывайте это подписки видео друзьям. Подписки на OnlyFans.
Да, на OnlyFans будет аккаунт чуть попозже, ссылочку мы добавим в описании. Вот, и самое интересное, что не сперли колдунчик в поле. И колеса на машине остались. И машины стоят на всех четырех колесах. Обе на четырех. Не каждая. Не в сумме четыре колеса.